Молимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Так, вот здесь ручки. Вот что уже сюда карандаши наложил. Вот здесь, договариваю, будут лежать ручки для занятий. Чтобы не искать, не проверять, ничего. Только для занятий. Не рисовать, не чиркать, никаких сюда карандашей не надо. Сюда двигайтесь, сюда, чтобы меня как можно больше видели, слышали. Так, Иван. Так. Спасибо, Христос. Прошлое у нас занятие. Какой стих мы выдавали на дом учить? Кто помнит? Из Псалма. Псалом 132, так. Первый стих. Первый стих? Что там? Там как хорошо и как приятно жить и брать вместе. Правильно. Давайте все вместе его прочитаем. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это начало псалма. Псалом очень маленький, можно его даже наизусть выучить. Есть песня на этот псалом, знаете, да? Сейчас повторим, давайте быстренько другие, потому что мы учим один, а предыдущие забываем. Подсказка, и все вместе читаем. За все. Ой, подождите, стоп, это тема сегодняшнего урока. Подождите, рано. Вот эти. Давайте. Говорю же. Ну давай, прочитай. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Матфея, 12 глава, 36-37 стих. Помните этот стих? Да. И вот самые такие главные слова легко запоминаются. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Как внимательно нужно подходить к каждому своему слову. И это слово может идти вам либо в оправдание, либо в осуждение. Давайте все вместе прочитаем. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. В своих тетрадочках смотрите, есть у вас все вот эти стихи? Если нету этого стиха, хотя бы пишите себе и оставляйте место, его нужно будет записать, потому что кто-то болел, кто-то пропустил. Дописывайте себе. Смотри, есть он у тебя вот этот стих? Есть, значит, дальше идем. Так. Псалом 118. Сердце. Давай, Ван, прочитай. Сердце мое, вскрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою. Чтобы не грешить пред тобою. Не перед тобой, здесь написано пред тобою. Вот чтобы не грешить, что нужно сделать? Вот вторая строчка, чтобы не грешить, что нужно сделать? Сердце сокрыть слово. То есть изучать Слово Божие и в сердце своем его хранить. Понятно? Сокрыть, то есть его спрятать, удержать в своем сердце, чтобы оно никто его не похитил. А кто может похитить? Враг рода человеческого, да? Злые бесплотные силы. Так, вот тема у нас была «Любите врагов ваших». Давайте. Что? Плохо. Тебе плохо? Полежать хочешь? Выпусти ее, а то у нее что-то она заболела. Иди. Только с ногами на кровать не залазь, там сними обувь и ляж. Ну, проводи ее, проводи. Да-да-да, я привезла. Где? Да-да-да. Подруга-то привезла? Да, я вчера не была. Так, давай, читай. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих. И гонящих и вас. Гоняющих. Ну, тот, кто вас гонит, да? Прогоняет, гонит.
А я говорю вам, любите врагов ваших. Вот это вот точно должны наизусть запомнить. Давайте все вместе скажем весь этот стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть, кто вам плохо что-то делает, и вот прям внутри кипит, вот ах, он такой сякой, ах, он такой нехороший. Матфея 5.44, проверьте, у вас у всех есть тетрадочка в этот стих? Если нет, пишите Матфея 5.44 и оставляйте место. Любите врагов ваших. А как? А молитесь за них. Молитесь. Вот вас обидели, а вы молитесь за них. И Господь и ваше сердце смягчит, и ненависть отдалит из вашего сердца, чтобы ее даже не появилось там к этому человеку. И того смягчит. И смягчит, и такие результаты будут, что даже не ожидаешь. Я вот тут раз попросила, говорю, давайте помолимся. Вот нападает меня одна женщина. И здесь обратилась, сестры, братья, помолились. Ну, раз помолились, два, да и забыли уже об этом, да? Там помню эту историю. Проходит месяц, даже полтора месяца. Кто бы мог подумать, сама мне звонит и просит прощения. Вообще, я говорю, как? Я рассказываю, Игнатий, да как, а молитва? Мы же все молились. Ну, там, конечно, потом уже забыли, через полтора месяца думать перестали об этом. Человек просит прощения. Ах, простите, ах, я не так думала, да все. А такое думала, такое писала, что просто вообще аж волосы на голове и слезы в глазах. И просит, а я ничего, я с ней вообще прекратила все общения, она мне звонит и просит прощения. А что это произошло? А молились об этом деле, молилось несколько человек. И Господь отвечает, поэтому вы на своей жизни точно так же можете проверить, есть у вас сложности какие-то в жизни. Особенно вы сейчас учитесь. Ну, попросите помолиться за вас сами. Сами молитесь. И еще, вот что-то с учебой не идет. И трудности какие-то. Сдать что-то не можете. Скажите, братья, сестры, не стесняйтесь, вы уже большие. Прошу помолиться обо мне. Экзамен сдать, зачет, контрольную. Вот переписать не надо. На двойку написала, переписать не могу никак. На хорошую оценку там или на... Хочу пятерку, да, там. Сама старайся. И Богу молись, чтобы помощи, памяти тебе Господь дал хорошее, чтобы все запомнил. И вы увидите, как Господь отвечает на ваши молитвы. У нас была одна сестра, училась на одни пятерки, и все время как, я иду на экзамен, помолитесь за меня, пойдет на пятерку, сдаст. А уже не молода была, пошла учиться, тяжело было с молодыми-то, у которых еще память свежая, все. И говорит, да как вообще неверующие на экзамены-то ходят? Без молитвы, говорит. Как они вообще ходят, не боятся экзамен это сдавать? Я-то знаю, я-то молюсь, и за меня сколько братьев, сестер молятся. Идет спокойно, хорошие билеты, хорошие преподаватели, на одни пятерки. Все, и удивлялась, как неверующие вообще экзамены могут сдавать без такой помощи. Поэтому и вы просите, и сами молитесь. Так, это мы сегодня уже прошли. Это прошли, в сердце своем прошли. Так, ну здесь у меня, значит, уже больше нету стихов, которые повторить. У вас в тетрадочках больше записано. Вы их прочитывайте, повторяйте, чтобы они у вас были на слуху. Говорят, повторение – мать учения. То есть за счет повторения, особенно прошло какое-то время, прочитали, это более там в твердую память, на жесткий диск запишется, понятно? В голове. Говорят, на подкорку записывается все. Потом уже на всю жизнь будете помнить этот стих. Только начнут первые два слова, прочитают, а ты скажи, я помню, еще в детстве на воскресной школе мы учили этот стих, я его запомнила в детстве, до сих пор его помню. Понятно? Так, сегодня у нас будет такое занятие. Как угодить Господу своей жизнью? Вот как вы считаете, как Господу можно угодить? Молиться, так. Как Господу можно угодить? И Хросиня, как ты считаешь? Написано, без веры угодить Богу невозможно. Правильно. Без веры. Верить надо, да? Так, Агнюша? Делать добрые дела, например, посещать больных. Так, делать добрые дела. Кто еще что скажет?
Проповедовать. Проповедовать. Так. Чтобы угодить Господу. Чтобы угодить Господу, конечно, нужно очень много. Мы можем много перечислять. Все правильно вы сказали. А без веры угодить Богу невозможно. А как вера проверяется? Вот верующий человек или только называет себя верующим? Вера без дел мертва. Вера без дел мертва. И о чем нам сказала Агнюша? Делами, правильно? Делать добрые дела. Творить добрые дела. Разрешите сказать. Да. Мы каждое утро записываем утреннее моление. Но не все знают, как молиться. А потом послесловие. И один задал вопрос такой, а как проверить, я христианин, настоящий или нет? Вот пусть Игнатий Тихонович ответит. Я говорю, зачем же я буду отвечать, когда уже отвечено? А где? Митрополит Григорий, еще до революции, Санкт-Петербургский, и он написал небольшую брошюрку, называется «Один день святой жизни». Запишите себе. Или на наши зайдите ресурсы, или там «Один день святой жизни». Абсолютно по все. Что делать, когда тебя обижают? Что делать, когда тебе хорошо? Что делать, когда ты утром встал? Один день святой жизни, митрополит Григорий, запишите себе, руководители, и пройдите ее по пунктам. Она сокращение дается, так что вполне приемлемо. Абсолютно каждый шаг объясняется. И видно, кто ты, христианин или нет. Что думать, когда ты с ребенком водишься, когда ты беременная, когда ты... Ну, все абсолютно, он все моменты берет, и что мы должны говорить? Когда с нами несправедливо поступают, тебе вместо пятерки двойку закатили. Что ты должен думать? Вот так. Один день святой жизни. Да помню, написали? Митрополит через И. Митро. Митрополит Григорий, Санкт-Петербургский. До 17-го года был. Дальше я его историю не знаю. Революционный еще, да? Вот. Пока мы ее еще не прочитали. То есть делать добрые дела — это как подтверждение того, что ты верующий. У верующего даже есть такая потребность делать добрые дела, кому-то помочь, угодить. Помните, недавно мы проходили страшный суд, был, читалось о страшном суде, и там показано, как Господь будет разделять. Вы не посетили, пошли налево, да? Пошли направо кто? Которые посетили, накормили, приняли, обогрели, согрели, одели, да? А те, которые не посетили, не накормили, говорит, я жаждал и не дали мне напиться, идут влево. То есть распределение. И они не знают, а когда мы тебе, Господи, не накормили, не напоили? Когда вы не посетили? А вот тогда и тогда. Не сходили и не посетили. А у нас всегда есть болящие, за которых нужно помолиться или посетить. Есть старицы, есть нуждающие. И не только нуждающиеся, там, я не говорю про даже общину, может быть, где-то есть в окружении у вас у каждого свои там родственники, знакомые, однокурсники, там, одноклассники, соседи. И где-то есть какие-то нуждающие люди, которым требуется помощь. Верно? И нужно делать добрые дела. Помощь бывает даже не то, что там сходить, как раньше, там с колодца воды натаскать. Хотя и это требуется. Вот у Надежды Васильевны, ей Володя воду носит постоянно. Потому что и девятый десяток она сама не принесет, а воды нету. Вот. А есть помощь сейчас даже кому-то просто найти, где находится, как проехать, как узнать. Даже сидя просто за компьютером, вы можете помощь оказать. Понятно? Ну, очень много. Вот пишет, а я не знаю, где находится эта больница, какие там часы приема, как доехать. Ну, бабушка, ну, откуда она знает? А молодая Оливия села за компьютер, раз сразу, чик-чик-чик. Какая больница? О, адрес такой-то, так, какие там автобусы на остановке? Автобус там 10-й, 25-й. Раз смотрит телефон, позвонила. А у вас часы приема посещения больных во сколько? Во столько? Ей-то это просто, она сидит за компьютером там или за телефоном. Ну, ей или кому-то другому. А то и уже готовую информацию выдали. И просто даже не вставая со своего стула, ты такую помощь можешь оказать, что там будет два дня тебе благодарить и благодарить. А она-то сидит, у нее там только стационарный телефон и никакой книги, сейчас справочников нет. Куда звонить, какая больница? Приедет, да не в то время, да ее не пустят.
а она полтора часа там на автобусах, да не знает на каком автобусе, да на какой пересадке. Понятно? То есть можно даже вот сейчас такая современная уже помощь, просто сидя даже за компьютером, а уже помогли, уже выручили человека. То есть помощь может быть абсолютно разной. Это не только что там подошел и денег дал, да, там милостыню оказал. Нет. И еще один из пунктов, как угодить Господу. Вот мы сейчас этот стих, где я его приготовила. Это благодарение. Благодарение. Как важно благодарить за все. Кто-нибудь может по этому поводу сказать? Кого надо благодарить? Бога. Бога благодарить. Людей, и людей, которые тебе оказали помощь. То есть нужно поблагодарить того, кто оказал помощь, да? Любую помощь, даже самую маленькую, незначительную, подойди, поблагодари. А второе, поблагодарить Господа. А некоторые скажут, что ты Бога благодаришь? Тебе не Бог помог, а вот этот человек выручил. Порой, может быть, даже человек, даже неверующий, может быть, там кто-то из администрации помощь оказал или еще что-то. Вот этого человека надо благодарить. Бог здесь ни при чем. Скажите, ни при чем здесь Бог или при чем? При чем? При чем? Почему при чем? Почему Бога надо благодарить? Тарас, потому как что... считаешь? Ну, потому что Бог тому, кто помог, дал мысль, чтобы помочь. Правильно. То есть Бог через этого человека, может быть, даже через неверующего человека, который вообще далек, он что делает? Через него свою милостивую руку протянул, через этого человека. Мама, ты говорила, что Бога надо благодарить за все. Даже когда у тебя в жизни ничего... Даже когда плохо, даже когда человек болеет, и тогда нужно что? Это не значит, что если мне хорошо, я Бога благодарю. А если мне плохо, я Бога буду ругать, да? Так? Нет? Тоже благодарю. Всегда надо Господа благодарить. И за испытания благодарить, и за болезнь нужно поблагодарить. Господь эту болезнь посылает с какой-то целью. И чаще всего... Если Библию читаем, мы понимаем, что болезни чаще всего, иногда они для проверки, для испытания твоей силы, или еще там для блага даже для какого-то болезнь посылается человеку, чтобы оградить его от каких-то грехов. Он бы был бы здоровый, куда-то бы поехал, да грех совершил, а Господь на него болезнь послал, он переболел, уже передумал куда-то ехать или что-то сделать нехорошее, которое бы потом привело, может быть, к печальному финалу. А тут поболел, и все, Господь оградил от чего-то. Но чаще всего болезнь, за что посылается человеку? За что? Он сделал какие-то плохие дела. За грехи. Так и говорит, за грехи. За плохие дела как называются? Грехи. Грехи. За грехи болезнь посылается. И так и нужно рассказать. Заболел, сделай анализ своего поведения. Что не так? Откуда эта болезнь? Потому что чаще всего болезнь за грехи. За грехи, как кара, как наказание. Хотя есть и другие варианты, почему мы болеем. Вирусом. Ну, да, вирус, вирус причина. Вот. Поэтому нужно поблагодарить того, кто оказал вам какую-то помощь, какое-то доброе дело для вас сделал. А второе, всегда нужно благодарить Господа. Потому что этого человека вам послал Господь. Кто-то говорит, а мне родители помогли в жизни, там все. А Господь сделал так, что у вас есть эти родители, которые живы, здоровы, работают, и вам смогли оказать помощь. Господь так делает, что есть эти помощники. Понятно? И нужно Господа поблагодарить. Все равно, даже если это сделал кто-то из людей, да еще если неверующий. Вот такой стих, запишите. 1 Фессалоникийцам 5:18. Фессалоникийцы сокращенно пишется Фес. Первое. Там послание есть первое и второе, поэтому это именно 1 Фессалоникийцам. 5 глава, 18 стих. Лера, читай. Не видишь, а что очки не одеваешь? Агнюша, видно тебе? За все благодарите, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе.
за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. За все благодарите, слышите? Вот все, что происходит, за все нужно благодарить. И этот стих нас учит. В Библии очень много, буквально десятки стихов о том, что нужно быть благодарными. И вы можете даже сами зайти и через там разные существуют программы библейские, слово благодарения ввести, и сколько у вас выйдет стихов. Маленькое слово хочу сказать. Почему-то у русских людей необъяснимое такое пренебрежение буквой «ю». За все. Иностранец прочитать не может. Вот «ю» точку поставить. Большие капитальные труды были у Александра Исаевича Солженицына. И он сказал, полное издание будете издавать при одном условии, чтобы везде, где «ю», было «еще ю». И вот так везде ставьте. А то даже в Библии, то ее нету. А поэтому ежик, не ежик, а ежик. Да. Все, они все. Все, все это разные слова. Да, разный смысл. Все это все. Просто новое поколение люди, вырастите, а чтобы они уважение к букве ее имели. Елка, да. Ежик. Это какая буква? Так. Вот. Тема у нас «Как угодить Господу». Вот один из важных пунктов – быть благодарными. Слышите? Быть благодарными. И еще хочу сегодня сказать. Сегодня брат сделал мне замечание, что наши дети не имеют к взрослым почтительности. Что должны быть почтительны взрослым. Заходят на территорию или заходят в храм, и первыми никто никогда ни с кем не поздоровается. А ведь по правилам вежливости тот, кто младше, должен здороваться. Зашли, сидит братья, несколько братьев, сидит брат и говорит, и уже прям эксперимент поставили, вот заходит один, второй, третий, я не буду перечислять, все вы вот заходили. И в конце концов, говорит, только зашла, и Василиса, и то, говорит, уже прошла, оглянулась, что-то, и говорит, здрасте, и пошла. И, говорит, Тарасий вот еще поздоровался со своим крестным. Все, идут, как буки, как будто тут вот пришли в какое-то заведение ни с кем, и вот так себя ведете. Ну, здороваться надо, с почтительностью, с уважением взрослых. Скажите, красиво это все, хорошо выглядит? И летом так же. Выходим все из машин, в храм вот так прошли, кто-то там что-то буркнет, ни здрасте, ничего, сидят бабушки, сидят взрослые люди, нужно здороваться. Это нехорошо. Приветствовать друг друга. Я еще слово скажу. Дети малые, в них надо вмонтировать слово о десятине. Где бы что ни брали, ягоду, вот мы по Теряевке берем, десятую часть, бежим отдать батюшке. Он не берет, ну кому-то другому отдать. Это открывает небо для новых благодеяний. Вор – это плохо, он тебя обкрадет. Но самый плохой вор, когда у Бога ворует. И Господь говорит, вы обкрадываете меня. А народ спрашивает, а чем? Он говорит, десятиной и приношением. Десятая часть нами заработана, она нам не принадлежала. Бог ее приложил, 100 рублей вот на работе мне дали. Десятка Божья, ты должен отдать ее. Вот это приучить надо сейчас, чтобы они были научены, как еврейские дети. Они это все знают. Вот спрашивают, самый, ну, в Америке там миллиардер, там Дюпон какой. А с чего вы начали? Как разбогатели? Он говорит, первое, что я еще бедный-бедный был, я решил десятую часть отдавать. И первое дело, что начал делать, пускать шляпы. Десятую часть отдавать, а теперь миллиарды. И он миллионы жертвует. Десятину. И тогда в церкви ни торговли не будет, тебя никто не будет обманывать. Понимаете смысл десятины? Что Господь мог вам дать гораздо меньше. Меньше заработок, меньше доход, меньше вы бы вот насобирали ягоды на поле. Но Господь вас благословил, вы набрали именно вот столько. Десятая часть принадлежит Господу. Что? Десятая часть. Десятина, значит. У нас одна сестра, бабушка здесь, она уходила от нас в другую там церковь. А когда вернулась через 2 года, мы первый вопрос задали, а ты там платила десятину? Она говорит, нет. Мы говорим, надо заплатить, мы воровку не можем принять. Ну а как я? Тогда все, ты не можешь платить. Мы сразу деньги достали, сказали, поезжайте в ту церковь православную, патриархийную, заплатить за 2 года за нее. И мы тогда принимаем тебя очищенную. Люди говорят, да вы только людей с них берете, мы наоборот отдаем.
Она пришла, ну только делов, да заходи к нам. Нет, ты воровка. Ты, Господь говорит, меня обкрадываешь. Она заплакала, не имеет значения. Мы сразу деньги отсчитали, человеку в руки отдали. Сережа, иди отвези. Надо Бога бояться. Это тоже к тому, что нужно благодарить. Благодарить Господа, который дал вам там доход или дал вам какой-то прибыток, успех и так далее. Отдавать Господу десятую часть всего. Так. Вот как угодить Господу? Вот в этом же, к Фессалоникийцам, если вы подниметесь на несколько стихов вверх или вниз после, вы прочитаете очень много таких коротких, замечательных стихов, где говорится, как нужно жить, чтобы Господу угождать. И там есть такое: всегда радуйтесь. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Даже если вы ударите, вы будете. Так, занятие здесь идет, вы все там. Вот на кого-нибудь посмотрю, все там. Или мы Мирона будем вам как-то за спину, или будет детская сидеть со следующего занятия. Слышите? У нас коротенькое занятие, у нас нет времени отвлекаться. Даже радоваться тогда, когда ты ударился, и тебе больно, и ты плачешь. Ну, ты тоже радоваться. Поплакала, сразу начинай радоваться. Господь тебя вразумил. Не так, что так. Надулась и ходить 3 дня, я ударилась. А ты сразу проанализируй, почему ты ударилась. А потому что бегала и баловалась. Тебе мама раз сказала, тише, я тебе не говорю конкретный случай, а другой говоришь, не балуйтесь. Там, или работайте, выполняйте технику безопасности. Нет, добаловались, палками там играли, били там, что там, какими. Раз смотришь, уже палкой в лоб прилетели, а теперь, ой, у меня болит. А ты проанализируй, как это случилось-то. А началось все с непослушания. Тебя Господь просто остановил через это. Если мы как вчера. И вчера баловались, играли, все, успокойся. Вот не надо. Баловались. Так, все, закрыли тему. Уже запели, так что сейчас пойдем. Стих из Библии, вот этот, 1 Фессалоникийцам, выпишите. Если какой-то еще, тоже допишите. И всегда их прочитывайте. Взглядом увидели. А самое лучшее, читать вслух, чтобы еще и уши запоминали. У человека несколько память. Зрительная память, слуховая память. И вы когда смотрите, еще и читайте, ваша еще слуховая память работает. Слух читайте. Все, в следующий раз проверим ваши знания. Буду начинать какой-нибудь стих, а вы его должны будете продолжить. Благодарим Господа. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сподобил нас провести это занятие. Коротенькое занятие, что мы позанимались. Помоги, Господи, чтобы все сказанное здесь легло на сердце. Детям, и чтобы они сокрыли это слово Твое и вовек не грешили. Помоги им, Господи, вырасти добрыми христианами и нас в вере сохрани. Аминь. Благослови Господа.
Поклонимся и припадем ко Христу.
Победа прогнася, предстал бы си спасимый вопия, сущим в аде в нидете паки в рай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Учениками своими сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Слава тебе, Господи, слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста,
о сокрушении. Продолжение.